скоро у нас состоится чемпионат мира по футболу. Событие, конечно, большое, и мы готовимся, вся страна готовится, но при этом волнуемся за наших футболистов. Я хочу дать им установку, чтобы они были такими ловкими, чтобы они действовали в долях секунды, ориентируясь ловко и профессионально, чтобы им хватило духа дойти хотя бы до полуфинала. И в качестве наглядного примера, что наши люди умеют это делать, я представляю вам номер. Рекордсмен книги рекордов Гиннесса, артист Московского большого цирка на проспекте Вернадского, Михаил Ермаков.
Ванька, скажи просто, возьмешь пятый мяч? Возьмешь? Это необычайно трудно. Четыре мяча – это уже рекорд, а пятый мяч – это что-то! Хочешь повторить, но один, это же не считается, в конце он уже все сделал, и тот с руки соскочил. Михаил Ермаков.